Итак, третий шаг нашего пошагового ознакомления. Третий шаг – это прохождение диагностики в сети оздоровительных центров инновационной медицины SmartLife. Что же такое диагностика, что такое обследование у врачей и как она происходит? Ну, конечно же, в первую очередь мы должны сказать о методе, которым производится диагностика в сети оздоровительных центров SmartLife. Это метод вегетативно-резонансного тестирования. Этот метод позволяет нам по вегетативным системам получать импульс и получать очень точные сведения о работе наших органов и систем, и также о тех патологических микроорганизмах, которые у нас живут. Таким образом, получается, что если прибор работает с помощью частотно-резонансной терапии, по частотам, по колебаниям своим попадает в резонанс с органами и системами, то вегетативно-резонансное тестирование – это по репрезентативным точкам попадания в резонанс с нашими органами и системами и считывание, соответственно, информации о них. Таким образом, мы имеем точность такого обследования, которая составляет больше 93%. Соответственно, очень точный метод, который позволяет нам точно указать причину заболевания и ответить на три основные вопроса. Первое – это назвать эту причину по нозологии, указать, какой конкретно патоген воздействует так на наш организм, что у нас получается вот такое заболевание. Второе – это указать его локализацию, где находится проблема в нашем теле. И третье – это указать путь решения этой проблемы. Очень важно знать именно правильный путь, как правильно решить эту проблему, как правильно с ней бороться. В приборе SmartLife у нас есть 5000 лечебных и профилактических программ, с помощью которых мы можем купировать любое заболевание. И мы можем лечить, соответственно, то, что нам нужно, и воздействовать только на тех патогенов и микроорганизмов, которые мешают нам. Соответственно, после ВРТ-диагностики мы имеем возможность, и врач, который проводит это обследование, имеет возможность составить для вас индивидуальный лечебный комплекс для самого лучшего решения той или иной проблемы. Поэтому мы приглашаем вас на вегетативно-резонансный тест в сеть центров инновационной медицины SmartLife для того, чтобы подходить к своему здоровью четко, правильно и получать самые лучшие результаты в оздоровлении.